организатор. Да ладно, давай дадим там немного. Да я шучу, шучу. Опа. Как крутится, а? Это для хайлайта. Да, для игроков, для хайлайта. Договорняк! Нет, это самая нежная схватка. И красивая же. Красивая. Мальчик. Это кино. Что это такое? Они хотят поделить 3000, которые выигрывают. Ну, 2700. Двести брелок. Два брелока. Сотку накину. 2800 брелок. Это обнимашки какие-то. Сейчас где-то плачет один нарезман. И так, я правильно называю вашу больную вот этой? Нетрадиционная джиу-джитсу. Борис, нормально. Активнее, а то Артем предлагает дисквалификацию. Деньги до станции Сергея. Предлагаю их такое. Они шлепают друг друга по попе. Ну, может, они любят друг друга. Мы же не знаем, чем они занимаются по разведке. Спал, да? Одно подтверждение, второе, третье. Артем был уже здесь. Короче, мы потом просто видео немножко ускорим, добавим жесткой музыки, как будто это рубило его было. Да, и я накрещу микрофон вообще. Да, да, да. А, да, точно, Gentle Arts. Красивым поединком у меня возникла отличная идея. Набрать
Ева. Это правда, ребята, еще не знают, какую подляну придумал по окончании этой схватки. Секунд.
Время. Было красиво, но медленно. В конце нормально. Ну что ж, оставляем джекпот. Ни одной. Андрей. Да. Вы не договариваетесь, каждый принимает решение. Отдельно поднимает руку. Местами так поменяетесь. А, Андрей, пофигу. Андрей, ты помнишь, у тебя где браслет, да? Ага. Красный – это Дмитраков. Да? Вы носите решение, пока они на вас не смотрят. А потом бегите. Победил. Зелтыня Абрамов. Артем. А он просто поднял. Да, да. Но подними его руку-то, судья. Но на этом наша сказка не кончается.